Пешеходный переход – это зона повышенной опасности. Если вас не пропускают слишком спешащие водители, не торопитесь перебегать данный участок дороги. Сбитая на пешеходном переходе на улице Барсоева девушка после осмотра врачей отпущена на амбулаторное лечение. Вы закройте, пожалуйста. Предполагаемый нарушитель, девушка-водитель «Лексуса», свою вину в произошедшем ДТП отрицает. Здравствуйте, будьте добры, скажите, пожалуйста, что у вас было-то? Девушка выскочила за пешеходным переходом. Из-за пешеходного перехода? За пешеходным переходом стояло маршрутное такси. Маршрутное такси остановилось, после этого она выскочила, хотя уже пешеходного перехода не было. То есть она попала в мертвую зону. В какую слепую зону? Малолетний водитель и его родители могут стать ответчиками по судебному иску. На проспекте 50-летия Октября юноша совершил ДТП, за которое по закону ответят его родители, допустившие свое чадо за руль. Его вождение едва не стало причиной трагедии. К другим происшествиям. Возгорание на улице Лесовая, 2 в коттеджном поселке у спиртзаводской трассы пожарные успели локализовать. Предварительная причина пожара заключается в том, что не было смонтирована разделка печная и выхлопной трубы, и поэтому произошло нагревание минеральной ваты и с дальнейшим распространением на помещение котельной. Пострадавших нет. Размер нанесенного огнем ущерба еще предстоит установить дознавателям. По всем фактам происшествий проводится расследование. Алексей Унагаев, Намсарай Намсараев, Андрей Дармаев, Евгений Павлов. Новости дня.